Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Mobile Review. У нас сегодня обзор детских часов. Вот такие вот они разноцветные, красивые, вот с такими шармами. Шармы — это вот такие силиконовые элементы, которые можно прикрепить на ремешок, ну, таким образом украсить и разнообразить дизайн. Можно каждый день менять, можно поставить белочку, можно там разные какие-то другие элементы сюда прикрепить, и будет достаточно весело, вот, и интересно. Эта модель называется Элари, Маша и Медведи, Китфон, в таком ярком оранжевом цвете. Есть еще темно-серый цвет для тех, кто не хочет сильно выделять аппарат. Ну, вот два варианта. Мне понравился оранжевый цвет, потому что смотрится прикольно. Что у нас здесь есть? Чем гордится этот аппарат? 1,76 дюйма экрана IPS, 320 на 380. То есть это достаточно высокое разрешение, хорошая четкость. Углы обзора здесь максимальные, ну, об этом чуть попозже. Есть две камеры, одна фронтальная, другая основная, да, вы можете снимать на две камеры. 5-мегапиксельный модуль, он очень хороший, то есть вы можете прямо получить крутое качество. И динамик, и микрофон, и поддержка 4G здесь есть, и Bluetooth, и Wi-Fi вы можете сюда подключить. Ну, то есть прям вообще замечательно. Сверху опускаете меню. Вот здесь Wi-Fi, Bluetooth версия 4.2, можете регулировать громкость, ну, тоже буду все рассказывать подробнее чуть позже. Ну и вишенка на торте — Маруся в комплекте, вы можете воспользоваться Марусей, это голосовой помощник, может отвечать на вопросы, какие-то рекомендации давать, ну, в общем, вы все знаете, что такое Маруся. Ну и KitGram — это приложение на часах, которое позволяет просматривать группы, там, какие-то, например, в каких вы состоите, да, вот здесь можете посмотреть. Я не подключал здесь, но на предыдущих часах, которым я пользовался, ну, точнее, дочка пользовалась, я там все это проделывал, достаточно весело. Другой вопрос, что Telegram у детей как-то не пользуется спросом. Если они что-то делают, то переписываются в WhatsApp, видеозвонки, ну и так далее. Собственно, все. Давайте теперь про внешний вид. Вот эти штуки называются шармами. Вот они, веселенькие такие. Медведь, Маша. Ну, стилистика Маша и Медведи. Медведи, надо не забывать. Медведь, да. Вот. Там есть всякие персонажи. Зайчик, вот белочка. Это у нас Малина, насколько я понимаю. Ромашка, как меня зовут. Романа, Ромашка. Вот здесь такая же присутствует. Ну, они легко цепляются. Видите, такие пластиковые элементы сзади. Вы можете все это, естественно, снять, и будет просто обычные часы. Просто обычные часы. Силиконовый ремешочек, очень мягенький такой на ощупь, гладенький. Здоровенный корпус. Ну, в принципе, все типично для таких устройств. 17 мм толщина, весит 53 грамма. По элементам кнопка включение-выключение устройства, вы можете ее заблокировать, ну, чтобы не выключать аппарат и не включать аппарат в определенных ситуациях. Кнопочка назад, кнопочка также выполняет функцию SOS, зажимаете, появляется SOS, отправляет аудио данные, которые она получила, и на смартфоне родителей, соответственно, всплывает меню SOS и что там за аудио за последние несколько секунд были. Можно блокировать, разблокировывать экран. Динамик, микрофон. Здесь слот под сим-карточку. Вот так вот. IP67, насколько я помню. То есть они защищены от воды, но купаться в них не стоит. Это подчеркнуто на официальном сайте. Что еще здесь можно выделить? С обратной стороны есть контакты для подключения зарядки. Зарядка вот такая вот, магнитная. Так вот цепляется и заряжает все спокойненько. Ну и на конце обычный USB. Вот. Коробку не стал показывать, но она тоже обычная. Ну, вот такая вот коробочка со всех сторон. Обычная коробка. В комплекте есть инструкция на русском и английском языках. Вот. И, соответственно, шармы прикреплены были вот к такой вот штучке. Дальше едем. Здесь есть датчик, который отвечает за снятие часов, то есть сняли часы, приходит уведомление. Поехали. Экран. Экран достаточно большой, углы обзора приятные. Не могу сказать, что это как
у AMOLED, но тем не менее достаточно высокая яркость, больше 200 нит, при этом цвета приятные, очень красивые такие, углы обзора максимальные, все хорошо. То есть экран прямо замечательный, потому что разрешение высокое, плотность большая, и все четенько видно, глаза не надо ломать. Дальше, меню. Меню такое же, как и в предыдущих часах, то есть это звонки, это Маруся, KitGram, часики. Сверху вытягивается меню, тут быстро можно поменять звук, Bluetooth подключить. Есть темы, сюда вот нажимаете, темы. Три темы, вот эти первые, раз, два, три, они меняют, ну, немножечко цвет, да, вы тут видите, тут такой голубоватый, здесь ближе к розовому. И, соответственно, это анимированные темы из мультика «Маша и Медведи». А вот эти две темы, Light и Dark, это по умолчанию темы, без анимаций. Ну, имеется в виду, что там не будет Маши и Медведи, вдруг кому-то это не нравится. Вот я поэтому и рассказываю. Ну, вот мы выбираем, допустим, Girl, применить, назад выходим, и тогда у нас появляется Маша, вот такие вот темы симпатичные, что я умею, Маруся, камера. Я все перечислять не буду. В обзоре 4G Wink я все рассказал, как это работает, подробно очень. Все и на сайте тоже есть описание. В принципе, эти функции абсолютно такие же, как и в предыдущем аппарате. Здесь вы заносите, с кем вы будете общаться. Вот здесь вот идет переписка. А здесь из приколюх добавили, смотрите, стикеры и гифки. Вы можете гифки сюда отправлять. Еще раз показываю. Ну, вот они тут, гифки две штуки, стикеры, очень прикольные стикеры, и есть эмодзи. Ну, соответственно, вот здесь вот их огромное количество. Ну, прикольно, мне кажется, симпатично. Ну, естественно, вы можете аудио отправить, фотографию, прикрепить какой-то файл из галереи. Вот так это все дело переписывается. Очень интересно. А контакты, ну, тех, кого занесли, KitGram рассказывал, что я умею. Здесь просто описание от Маруси. Далее у нас сама Маруся. Можете запустить. Привет, Маруся. Привет, как настроение? Динамик здесь, кстати, достаточно громкий и очень хорошо слышно. Не знаю, что вам ответить, хоть и неприятно это признавать. Ну, вот так это работает. Выходим. Дальше камера. Довольно интересная вещь. То есть вы можете посмотреть фотографии здесь какие-то, запустить, двойным тапом увеличить. Соответственно, вы можете фотографировать. Вот это включилась эта камера. Нажимаете сюда, фронталка переключается. Качество очень хорошее, мне понравилось. То есть не просто от балды фотографируют. Дальше инструменты. Ну, очень все просто. Есть у нас здесь музыка, можете загрузить при помощи USB кабеля, вот, который идет в комплекте. Дальше FM радио детское через интернет работает. Игрушки три простейших, вот они. Вот тут английский язык можно изучать, то есть он подставляется картинки, вы отвечаете, вертолетик вот такой летает тут. Ну, в общем, простые игрушки, лишь бы чем-то занять ребенка. Ну и настройки. Чтобы войти в настройки, нужно ввести пароль. В данном случае пароль находится на вот этой вот коробочке. Внутри даже. Вот там внутри вон пароль виднеется. Ну вот, набираете пароль, заходите. Ну там ничего на самом деле интересного. Ну, только что обновить операционную систему. Это последняя версия. Вот здесь все очень по уму сделано. Вот запускаем Wi-Fi. Подключено. Вот просто вам показать клавиатуру, как клавиатура выглядит. Новая версия прошивки, соответственно, вы можете уже даже толстыми большими взрослыми пальцами нажимать и что-то там указывать, да, то есть тогда получится все переключать. Клавиатура туда-сюда ездит, вот все вводится,
все нормально, все видно и понятно. То есть вполне себе клавиатура. Но это не так часто нужно, да? Все есть в переписке. В переписке вы можете аудио отправлять. А что еще здесь можно выделить? Сюда вы листаете шаги, получаете. Здесь вы за неделю в КМ. Не знаю, почему не отобразилось. Но, тем не менее, здесь вот вводится такая вот информация. Уведомления снизу появляются, если они есть. Ну и, собственно, все. Мне эти часы очень понравились, потому что они вот напичканы всем, чем угодно. Все тут есть, и камеры тут есть, и Маруся есть, и обычные звонки. Есть звонки через интернет, вы можете звонить, видео, как это выглядит. Допустим, вы выбираете, так, сейчас посмотрю, там номер не отображается. Да, отображается. Поэтому я сейчас уберу. Вот так это выглядит. Вот звоню. И дальше на мой телефон родительский поступает звонок. Там какой-то должен быть временной лаг. Вот так это выглядит. Тут иконка должна отображаться вашего ребенка. Либо принять, либо отменить. Мы принимаем. Ну вот как-то так это работает. Ужасный звук, но ничего не поделаешь с этим. Здесь отображаются координаты. Ну, погрешность, естественно, она присутствует. Если бы мы вышли на улицу, было бы гораздо точнее. То есть этот адрес не соответствует действительности. Фотографии, которые мы сделали на смартфон, мы туда провели синхронизацию. Ну и, в общем-то, все. Чат отображается вот таким вот образом. Ну, то есть вы можете отправить аудио, также использовать смайлики. Или же, например, выбрать из галереи, либо сфотографировать. Тоже очень удобно, потому что с галереи можно выбрать обычные фотографии, которые у вас есть на телефоне. Здесь есть настройки. Настройки такие же, как в 4G-винке. То есть вот полностью все, что возможно. Самое главное, запрет выключения. То есть кнопку, когда зажимаете. Это частая проблема была с часиками. То есть когда они на ребенке, ребенок случайно зажимает эту кнопку, там двигается, прыгает, сидит и так далее. И типа часы могут выключиться. Вот здесь такая функция присутствует, чтобы часы не выключались. Запрет незнакомых номеров, оповещение о снятии часов важно. Потому что иногда ребенок такой хитрый, типа, а нет, я вот положу здесь, а вот, вот как только снял, сразу же сюда прилетело уведомление. А вот геозоны вы задаете, контакты, историю смотрите. Геозоны классические, там 200-500 метров, чтобы ребенок не отходил. Историю звонков. Ну, в общем, тут все понятно. Есть мои подписки. Вот так это выглядит. Дальше. Настройки обычные. Ну, и KidGram тоже на большом экране очень удобно отслеживать. Ну, и фотографии тоже можно посмотреть. Это фронтальная камера, основная камера. Вот на основную камеру, ну, тут не увеличивается, можно скачать. Вот скачивайте ее, и потом на смартфоне нормально можно посмотреть. В общем, тут все классически. Здесь нажимаете «Обновить», и тогда он у вас показывает реальные координаты. Вот. Но поскольку не супер-пупер GPS, поэтому ну, вот такие вот данные тут и выводятся. Позвонить «Шагомер», можно прослушивать, что делает ребенок, то есть вы нажимаете, и тогда эти как бы часы принимают звонок и транслируют вам аудио. Ну и обычный звонок. Можно по интернету звонить, вот, можно просто на телефон позвонить. Качество вполне себе хорошее, динамик громкий, все хорошо слышно, и качество, в принципе, более-менее адекватное. Стоят они от 10 тысяч рублей, выделяются тем, что ну, напичканы всеми возможными функциями, ну и для привлечения внимания вы можете вот использовать такие вот фенечки, шармы они правильно называются, да, вот сюда вот берете, вкладываете, так чпоньк, и вот так вот красиво. Детям это все, естественно, нравится, потому что у меня дочка, как только часы увидела, как только увидела вот эти шармы, тут же начала их
приклеивать, ну, как бы приклеивать, да, в кавычках, и создавать свой дизайн такой уникальный, потому что даже если будет пара часов, да, как-то можно разнообразить их вот такими элементиками. Мне кажется, потом можно будет даже где-то купить их, да, и также сюда прикреплять. Довольно интересная вещь. В целом, за свои деньги, ну, не могу сказать, что прям топ, но это одно из лучших предложений. Конкуренты, конечно же, есть. Самый дорогой конкурент, который до сих пор я считаю, ну, таким довольно продвинутым, но все равно дороговато, да, это Watch Kits от Huawei. Стоят они там чуть меньше, уже 11 тысяч продавались, и за 15 даже я видел. Вот. Но по характеристикам примерно то же самое, что и здесь, только эти стоят дешевле. Вот, какая-то такая история. Там всякие есть GeoZone, есть также чуть более дешевая версия KitZone 4G, KitFone 4G Wing. Там чуть попроще экран. Там, что еще? Ну, время работы поменьше. Вот, время работы вам не сказал. Я даже специально отлистаю в своем обзоре, потому что я подробно все записывал. Я сильно удивился. Эти часы с Wi-Fi работают, ну и там периодические уведомления, работают 65 часов. Если вы используете, ну, скажем так, по полной программе, то на 12 часов хватит. Если вы используете GPS, ну, примерно, чтобы он раз в час вам уведомления кидал, ну, где-то на 25 часов. Видеозвонки, вы не поверите, почти 2 часа можно звонить с часов, видеозвонки использовать. Я прям сильно был удивлен. Больше 6 часов можно просто звонить и разговаривать. Это очень много. Ну, то есть, реально, если их еще и выключать, если их там еще что-то как-то, там, Wi-Fi вырубать, то, ну, вполне себе и неделю они могут прослужить. Я такого времени работы еще не видел на часах. То есть, это много. Ну, конечно же, есть часы более глупые, да, так скажем, это смарт-часы, есть глупые часы, где особенно никакой операционной системы нет, здесь все-таки Android, там Wi-Fi нет, того сего нету, ну просто часы с телефоном, скажем так, вот, то там, может быть, и будет время и побольше, либо сопоставимо. Но здесь операционка, здесь куча функций и так далее, и так далее. Нужны ли вам эти функции, это другой вопрос, да? Как по мне, как для папы ребенка, функции должны быть все-таки ограничены, потому что вот мой ребенок как только берет в часики, все, начинается игрушка, начинается сообщение, всем подряд рассылка, начинается слушание музыки, инструменты, игрушки, в итоге он выходит на улицу и сидит с часами этими и играется. Ну, в каком-то смысле это и прикольно, да, типа отвлечен, но на улице он должен на улице играть, а не с часами сидеть возиться. Вот, поэтому я бы даже ввел в такие умные часы режим «глупые часы», когда у вас только звонки доступны и ничего больше не... Ну, знаете, как простой режим в смартфонах. Вы получаете просто звонилку. И здесь я бы такую же функцию точно сделал. Кнопку нажали, все функции вырубились, все. И ребенок идет просто с часами. Вот. А так, ну вот, и заняться можно чем угодно. И Марусю напрячь, и Китграм напрячь, и в игрушки поиграть, и музыку послушать. Ну, то есть, вот прям как смартфон очень маленький. Ну и цена вполне себе адекватная, около 10 тысяч. Вот. Тем, кому функции излишни, вы можете выбирать другие модели, где есть просто телефон и все. Ну и стоят они там 2-3-4 тысячи рублей и более чем кому-то там достаточно. В детском саду, например, да, там достаточно просто звонков, вот и все. А, ну вот, ближе к первому классу, или, может быть, даже в первом классе, вполне интересны вот такие штуки. Там и попереписываться можно, и пофоткать немножко можно. Ну и хорошо, что часы всегда на руке у ребенка, не как смартфон. Вот у меня дочка берет смартфон, все, он где-то там в рюкзаке лежит. Рюкзак сам по себе, ребенок сам по себе. А часы, извините, снялись часы, сразу уведомления. А почему? Ну, в общем, рассказал все, что мог. Интересные вещи, за свои деньги прям замечательно. Всем большое спасибо. Это были Илари, Китфон,
«Маша и Медведь» в стилистике. Вот с такими прикольными шармами. Всем спасибо, пока.